Спустя ровно 4 месяца, а сегодня 17 марта, при очередной проверке семян я нашел еще 2 проросших семечка. Напомню, что одно семечко я нашел проросшее в начале января еще. Ну, я его посеял, про это отдельное видео уже было. Возможно, вы смотрели. И вот сейчас, спустя с января еще получается 2,5 месяца, обнаружил еще 2 проросших семечка. Сегодня я их высажу. Вот подготовил 2 майонезные баночки с грунтом. Грунт нейтральный, обыкновенный, универсальный. Немножко присыплю. Буквально немножко, чтобы на пол сантиметрика. Грунт я предварительно хорошенько увлажнил. Нужно сказать, что сейчас у нас весеннее равноденствие наступает, буквально через пару дней. Праздник, солнечный световой день значительно увеличился бы, 12 часов. Ну и пребывать еще каждый день минут по 5, по 4. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо с нашими росточками. Поставлю я их на окно. Весна, правда, еще не наступила. Буквально вчера была первая плюсовая температура. Днем, ночью по-прежнему минус 10. Еще нужно сказать, что сегодня у нас новолуние, завтра растущая луна. То есть вообще все лунно-солнечные условия очень подходящие для нашего бересклета. Значит, в боках, в банке там дырочки, видите, вытекает лишняя влага, поступает туда воздух. Сейчас я накрою и буду ждать, когда они прорастут. Как только прорастут, я обязательно вам покажу. Так что не прощаюсь. Всех с праздником. Пока-пока. Сегодня уже 29 марта. Наши бересклеты потихонечку растут. Один еще, правда, вот не откинул кожуру от семечки, а у второго уже третий листочек, четвертый пошли. Они, правда, какие-то тоненькие, хиленькие. Ну, пока живы-здоровы. Сейчас световой день у нас уже, ого-го, 13 часов почти. Так что, надеюсь, все будет прекрасно. Растем дальше, не прощаюсь. Пока-пока. Прошло чуть больше недели. Сегодня 8 апреля. Наши бересклетики растут. Правда, не очень активно. Листочки совсем жиденькие. Как бы снять-то, чтобы было видно. Ну и не погибли, живут, растут пока. Сейчас солнце побольше стало. Надеюсь, все будет в порядке. Не прощаюсь, пока-пока. Прошло 2,5 месяца. Сегодня 19 июня. Бересклеты растут потихонечку. Один сегодня я пересадил в контейнер, в пэт повыше. Оставлю его, наверное, зимовать в квартире. А вот этот вывезу летом, попозже посажу, наверное, в грунт. Обязательно вам покажу, не прощаюсь. Сегодня 29 июня, и наш бересклетик выглядит так не очень шикарно, но живой и радостный. И пора уже его переехать в открытый грунт. Так что через несколько дней буквально отправится он на основное место жительства. Грунт. До встречи. Сегодня 3 июля. Наш бересклетик выглядит довольно хорошо. Но поскольку уже лето вовсю, я решил его высадить в открытый грунт, чтобы не мучить в этой баночке. Надеюсь, ему будет тут гораздо лучше. Сеянец в открытом грунте прижился хорошо. Правда, как он сейчас себя там чувствует, я не знаю, потому что прошло уже даже 8 месяцев прошло уже. Сегодня 4 марта.
А я хочу вам показать второй сеянец, который вот был посажен в контейнер побольше, и который я оставил зимовать в квартире. Всю до осени он хорошо рос, и потом к зиме листочки сбросил. А вот сейчас, самый вот важный момент снимаю, интересный, он начал вновь распускаться. Видите, зелененькие у него появляются листочки. То есть все здорово, все по плану. Молодец, бересклетик. Ну и как дальше он будет развиваться, и этот, и тот сеянец, который в открытом грунте, я уже буду показывать, снимать в следующих видео. А это я видео хочу закончить и подвести кое-какие итоги. Что у нас получилось? Что бересклет просто холодной стратификации в песке, во влажном, стратифицируется примерно 3 месяца. Ну, то есть, вот этот данный сеянец стратифицировался 4, но там, помните, еще и раньше начались проклевываться семечки. И еще скажу, что и позже проклевывались. То есть, видимо, от того, что она не двухэтапная была, срок стратификации сильно разнится. Но ничего в этом как бы страшного нет. Получается от 3 где-то до 6 месяцев. Их прекрасно видно, как они проклевываются, потому что семечки крупные, и очень удобно их сажать. И заодно можно решить высадить сразу в открытый грунт или оставить зимовать в квартире. Это еще зависит, конечно, от вашего региона, от вашего климата. Ну что ж, вот на такой позитивной нотке закончу видео. Сажайте декоративные кустарники, бересклеты и другие. Сажайте другие деревья. Не прощаюсь. На земле быть добро.